Девочки, грунт Scarmix в кипе выглядит вот так вот. Мелкая фракция. Немножечко попадается вот таких вот миленьких палочек. Ну, я не думаю, что это критично. Уже добавлено немного перлита. Вот. Цвет, я бы не сказала, что рыжий, какой-то сероватый. Серовато-рыжий. Ну, в целом, как бы, неплохо. Ни плесени не вижу, ничего не вижу. Вроде бы все нормально, все хорошо. Попробовала сделать состав грунта вот этого с перлитом. На мой взгляд, тяжеловато для фитильного полива. Не знаю, может быть, из-за перлита. Делала состав 50 на 50. И делала состав с пенопластовыми шариками. С пенопластовыми шариками понравилось больше. Сейчас покажу. Так, вот, с пенопластовыми шариками. Смотрите, ну рыхлый. Рыхлый, воздушный для фитильного полива подойдет грунт. А пересаживала фиалочки в грунт, в состав грунта с перлитом. Значит, выглядит это вот так вот. Ну, то есть сразу на фитиль не поставишь. Только на матах. Или же верхний полив с поддона. Ну, в общем-то, как-то так. Не знаю, посмотрим, как он себя поведет, этот грунт. Вернее, как фиалки в нем будут расти. Но я уже эти грунты перепробовала, разные всякие. И скажу, что лучше Классмана все-таки ничего не было.